Виноват я. Я бы так не сказал. Но... Правда есть правда. Я плохо воспитал сына. Мой Мэтт, он скорее Итан, чем Гаррисон. Нет. Даже хуже. Итан только хотел кого-то убить, а Мэтт убил. Он не хотел разбивать яхту. Он и не разбивал. Управлял не он. Да, я это и имел в виду. Откуда ты вообще знаешь? Я встречаюсь с шефом полиции. И не хочу никого подставлять, но Эстер любит поболтать. И что же Эстер и твоя женщина говорят об этом? Ну, что управлял не Мэтт, и что подростки творят черти что. Он не был подростком. Я не знал. Я знал. Слушайте, Курт, не надо так себя терзать. Дети такие, какие есть. Гаррисон жил без меня почти 10 лет, и смотрите, какой он стал. Да, ты прав. Спасибо тебе. Но вот увидишь, если Гаррисон что-нибудь натворит, тебе будет трудно не винить в этом себя. Идиот. Он закинул удочку, а я взял и клюнул.